Сколько игр можно пройти? О, коряк взял. Ништяк. Правда, он палевный, конечно. Кто-то бегает рядом со мной, я не могу. Нет, кто? Ну это я из окна выпрыгнул. А. Оп, не-не-не, бегает сама. Если они еще и подкатываются. Лена. Да. Ты жив, да? Да-да-да. Да это вроде как бот был. А. Че, у тебя ганы-то есть какие-нибудь? Да, есть. Взял. О, а пулемет с глушителем взял. Да, там еще есть. О. Это... Класс. А я его выкину. Да? Да. Да, он неплохой вроде. Да. Кинь это, чемодан с броней. Это... А, бронь. О, вот это лучше взять. Похуй без глушителя. Это он. Все в порядке, все мое. Палево навел, так что нормально. Ага. Сколько там? О, опачки. Кто-то. Блять. Мне селфики. Справа еще будет. Сзади тебя, Миша. Сейчас я встану. Блять, не дал нормально перебиться. Еще один. Где? Снайпер. И там вот. Блять, за кустов я не вижу. Ты чё гонишь, что ли? Чё, еще раз отметить кто-то может, нет? Она спрыгнул. Да фиг знает, ну надо быть аккуратней. Угу. Из них лучше, я фиг знает. Вроде и та неплохая. Это боты, походу, с нами играют, Сема. Да? Угу. Потому что он пробежал против... точнее, мимо... хорошей пушки. О, нет, это дробовик. Вот смотри, ганы какие валяются.
в зоне, да? Кто-то бежит. Все, этого снайпера не доделанного. Это не тот вообще. Не знаю, боты не боты, но он не проверяет, что упало с этого, с убитого, да. Я сейчас убил. И подошел чел и проверил, что упало. Так, мы пока в зоне. Можно встречать людишек всяких. А куда-то сюда, давай на крышу залезем. Хотя бы. Наверное. Кто-то тут бегает. По-моему, за нами, да. Убегает. Далеко не убежал. Перки даже у него какие-то там есть. Еще один. Почти, ну. О! А, дрон-комар. Противогаз нашел. Кто, я? Да. Ну, да. А что, на мне видно, да? Да. Так, мне надо броник взять и что-нибудь выкинуть. Как, блядь, что выкидывать? Ничего выкидывать. Трое там. Где? Оп, союзника ранили, блядь. Да. В зону заходи, они сейчас все равно в зону побегут. В зону-то куда? Ой. Вы что, еще и ГУЛАГ закрыли? Угу. Снизу бегают. Снизу, да. Так, это ты. А мы точно... Они снизу, по-моему. Точно решение спрыгнуть было. Да, зона. Вот здесь. А, 9 человек. О. 3 команды. Все, погнали. Вроде и... недалеко, да, посылка в зоне. Угу, давай. Только тут уже стрельба слышна. Миша, слева парашютист был. Летит тоже. Бля. Меня заметили. Взял комплект. Блять, я не выплыву, все, пиздец. Я застрял в этом ебучем море, блять. Ты живой? Нет? Нет, я застрял в этой луже. Не смог. Прикинь, тупо застрял. Тут магазин есть рядом. А, все, да? Этот ГУЛАГ закрыт? Да.
Надеюсь, тип тебя сейчас выкупит. Нет? Наверное. Нок. 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 Да-да. Еще второй был рядом. Вот он. Нок. Молодец. Дыши, Миша, дыши. Дыши ровно. Ровно дыши. А, кого-то выкупили, слушай. Нок за это его. С крыши, короче. Угу. Магазин держит. Я понял, я понял. Там с магазина, что ли, стреляют? О, да не на... Хорошо, они устроились. Угу. Ух ты ж. Ну там был, за углом. Видел? Меня, походу, зажимают. Промазал. За двери. За двери. Вот, вот. Слева. Сейчас здесь опять будет. Ну я шаги слышал. Пробежал. Справа бежит. Да, тоже. Ага. Ок, молодец. Опа, на, блядь. Кто-то меня пасет. Слева, Миша, не добивай, он сдохнет сейчас. А почему? А, я нокнул, типа, Сёма. Да, 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 я же тебе говорю, нокнул. Наверху, наверху. Бежит. Молодчага. Так. Вы вдвоем остались. Где он, неизвестно. Не выбегай, не надо. Это как куда зона меня сейчас поддавит? Он где-то на трубах сидит. Стопудово. Пускай прыгнет. А у тебя противогаз есть? Да я знаю. А неизвестно, есть ли у него противогаз. А он все уже противогаз у меня. Ну, чуть-чуть осталось. До конца сиди. Вот пока тебя не трогают, пускай он сам обозначится. Наверху. Где-то наверху. Угу. Вот он и обозначился. Вот он. Миша, молодчага. Да, да, я же говорю, главное терпение. Вот в конце главное терпение. В ухо смотри, оба. Не, коряк это вещь, все. Это, как ты видел? Это просто помнишь, было, ты... это просто ты всех развалил в конце, это красиво просто. А он вышел еще третий. Зачем? Ну, нам больше славы. Не поверил у нас. Ну. А он, кстати, бежал в магазин, чтобы тебя отвлечь. Ну, видишь. Я что-то, блядь... А, я застрял в луже. Реально не мог выплыть, вообще не плыл. Бессмертный, понял твое? Да.